конечно. Каково стать Снегурочкой? Ой, это прекрасно. Сразу вспоминаешь детство, начинаешь сама верить в чудеса. И каждый день словно праздник проходит. И каждый Новый год просто дарить всем подарки. Как вы успеваете это делать? Ну, на самом деле, это очень приятно дарить всем подарки, потому что намного приятнее дарить, чем получать. И я очень счастлива, когда все дети счастливы. А как вам через печку лазить? Ну, как? Дарить подарки. Это Дедушка Мороз лазит, да. Как вам жить в Устюге? Снегурочка живет в Костроме, а Дедушка Мороз в Великом Устюге. А почему вы отдельно живете? Ну, потому что мы встречаемся только осенью, когда читаем письма, собираем новогодние подарки. А летом мы, Дедушка Мороз у себя дома, а Снегурочка у себя со своим отцом. А скажите, вам кто-нибудь помогает это делать? Как помогает? Основные? Да. Зайчики. Гномы, зайчики, да, олени. Наши друзья, да. Вот вопрос всей жизни. А у вас есть сестры или братья? Ну, все снежинки мои сестры, снеговички мои братья, снежок мой братик, все сосульчики, все. Зимнее, новогоднее – это все наши братья и сестры. Трудно создавать сосульки и снег. Вообще не трудно. Дедушка Мороз как своим посохом стукнет, так сразу зима наступает. А вам нравится лето или осень? Конечно, нравится. Я люблю все времена года, но больше всего, конечно, зиму.